Хочешь попасть к врачу бесплатно? Сделай фото с друзьями на фоне диагностического центра. Объявление такого содержания появилось на сайте Министерства здравоохранения края. Победители могут попасть на прием к любому специалисту центра. Ключевая фраза – бесплатно. Кстати, барнаульцы и гости города, которых мы опросили прямо у входа в диагностический, такое предложение посчитали любопытным. Заманчивое предложение, скажем так. Скорее да, чем нет, потому что это интересно. При этом диагностический центр – это не коммерческая организация, а краевое бюджетное учреждение. По сути, потенциальные участники конкурса уже оплатили его работу своими налоговыми отчислениями. А интерес их к розыгрышу во многом обусловлен тем, что попасть туда бесплатно могут далеко не все. Или долго, по словам пациентов, приходится ждать очереди. Утром по телефону в пресс-службе центра нам пояснили, что акция приурочена ко дню рождения диагностического. Правда, дать комментарии на камеру отказались. Да и на сайте Министерства здравоохранения рекламу конкурса сегодня же, видимо, понимая абсурдность ситуации, удалили.